Вот теперь мы их вместе застали, да? Рёва! Ещё одна такая! Ещё одна! Ну я его другом зову, но он друг для всех вообще в городе. Одна бабушка его встретила, меня встретила вместе с ним. Говорит, о, а меня, говорит, ночью помогает проходить по улице. Она ему за холку держится, он и с ним рядом. Это его сестра, короче. Вот наши друзья, короче. Да? Это даже немножко агрится, когда они подбегают ко мне и на меня прыгают. Но они-то прыгают с радостью, он-то не понимает. Короче, вот такой фокус-бложик. Да. Так, ну ладно, мы дернули. Они нас и проводят до выхода из города. Да? Такое наше сопровождение. Друг! Оу! Иди сюда, иди. Оп! Есть у меня кое-что. На. Иди, не боись. Что ты, как не родной? А? Хрума это все. И сухой корм наш. Да? Ну ты вся буряка такой. Да. Сейчас зима заканчивается. Ты его первую зиму свою переживаешь. Дай бог, переживешь. Так. Так, мы идем дальше.